Господа, сейчас буду делать тихий, надежный, простой в изготовлении, который пригодится каждому станок. Итак, конечный результат, вот какой станочек получился. Прикрутил я его к верстаку. Отказался я от вот этого вот швеллера. Прикрутил на обычный деревянный брусочек, чтобы он был повыше и устойчивее. Вот сейчас я покажу, как он включается. Включаем кнопочку. Без всяких конденсаторов он заводится отлично.